Паводок в области еще не начался, жители Котельнича уже по колено в воде. Вот так дети в Котельниче каждый раз возвращаются домой из школы. Другой дороги, кроме улицы Прудной, нет. Она каждую весну оправдывает свое название. Из берегов выходит местный пруд и всю дорогу заливает. Из положения каждый выходит как может. Одни берут с собой резиновые сапоги, другие пытаются обойти препятствие. Чтобы ликвидировать проблему, придется дождаться, пока весеннее солнце не высушит дорогу, говорят местные чиновники. В администрации уверяют, другого варианта спасения от воды нет. Если мы будем спускать этот пруд куда-то, то он попадет непосредственно в реку Вятку, что приведет к более глобальной экологической обстановке, чем в данный момент он разлился на сегодняшний период. Потому что я думаю, пока весна, каждый год он разливается, каждый год у нас одна и та же проблема.